2 марта в Северной Ирландии состоятся досрочные выборы в парламент, а нынешний состав будет распущен 26 января. Об этом объявил британский министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир. Такое решение было принято в связи с тем, что партии пробританских юнионистов и сторонников Объединенной Республики Ирландия республиканцев не смогли согласовать кандидатуру на должность заместителя первого министра. Мартин МакГиннес, занимавший эту должность, ушел в отставку неделю назад. Он представлял в правительстве партию республиканцев Шин Фейн. Шин Фейн не будет повторно выдвигать кандидатуру на должность заместителя первого министра. Партия Шин Фейн выполнила все соглашения. Мы стремились заставить эти институты работать. Первый министр Северной Ирландии и его заместитель представляют юнионистов и республиканцев. Они обладают одинаковым объемом полномочий. Мартин МакГиннес покинул пост заместителя первого министра на фоне скандала вокруг первого министра юнионистки Арлин Фостер. Ее обвиняют в нецелевом использовании средств, выделенных на развитие зеленой энергетики. Уходить в отставку она отказалась. Северной Ирландии не нужны новые выборы, и народ их не хочет. На фоне запуска процедуры выхода из ЕС, нового президента в США, неустойчивости мировой экономики, Северная Ирландия как никогда нуждается в стабильном правительстве. Если по итогам выборов юнионисты и республиканцы не смогут сформировать правительство, Белфаст может перейти под прямое управление Лондона.